конечно, пора. Холодно, дети вообще мерзнут. У нас вот внуки маленькие, так вообще замерзают. Конечно, пора. По температуре в квартире хочется, чтобы начали сезон. Но на следующей неделе вроде жарко днем. Может быть, и не нужно, не знаю. Но в квартире хочется уже. Я в квартире не мерзну. Не знаю, нужно, наверное, спросить тех людей, кто мерз. Потому что мне хорошо. Мы еще потерпим, а детям простывает. Нужно немедленно включать, потому что пол холодный, прохладный. Пора уже настала. Ночные температуры уже 5 градусов. Кого это? За ночь дом так выстынет. Хотя бы вот этот, что он не нагреется за день. Пора, потому что... Как известно, бабьего лета в этом году можно даже не ожидать. Думаю, да. Замерзаете? Ну да, как у нас хоть печное отопление, но да, уже холодно, многие жалуются. Да, потому что бабушка мерзнет. Пора начинать в обязательном порядке, потому что с каждым днем все холоднее и холоднее. И в домах, в квартирах сыро, а когда сыро, постель. Влажная, холодная. А бабушкам и малышам так вообще надо было с 1 сентября включать.